Именно о таком велосипеде мечтал Слава, юному жителю поселка Монина 4 года. Велосипед пока великоват, на вырост, скоростной, как и пожелал ребенок. Мечта осуществилась благодаря благотворительной акции «Елка желаний». Открытка с пожеланием Славы выпала губернатору Андрею Воробьеву. Об акции «Елка желаний» я узнала в социальных сетях и тоже решила принять участие. Мы очень счастливы, рады, что мы попали в эту акцию. По словам мамы Анастасии, Слава не поседа. Мальчик проявляет интерес к спорту, боксу, любит проводить время активно. Немного подрастет и сядет за руль велосипеда, который был его заветным желанием. И оно осуществилось. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.